Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня воскресенье. И давно я хотел, в самом деле, выбраться сюда, вот в это великолепное место. Здесь есть один ручей, который течет в этом лесу и впадает в реку, в Санахту. И хотел, я, знаете, сделать такое место для того, чтобы вода здесь собиралась. И, может быть, люди, может быть, животные пили свободно эту воду. Приехал, привез диск автомобильный, специально для этого вставлял. И вот выкопал такую как бы ямку и поставил вот этот вот диск вот сюда. Сейчас вода очистится, я думаю, и здесь будет чистейшая вода. Так вот, почувствовал просто, дорогие, что здесь должна быть чистая вода, возможно, она кому-то будет полезна. Радужка у меня. Арчи не стал брать. Маленький у меня, видите, он лазит по деревьям. Рада, радужка, рада. Так, всем счастливо, дорогие друзья. Здесь сказочное великолепное место, дорогие друзья. Мы сюда часто выезжаем летом, чтобы отдохнуть, покупаться, позагорать. Такие Санахта, она впадает в Волгу, в море. А там, видите, что-то делают. Наверное, что-то типа турбазы какой-нибудь, скорее всего, углубляют дно. Хорошо это или плохо? Давай посмотрим, поживем, увидим. Ну вот, дорогие друзья, сделал я то, что планировал, то, что меня как бы немножко тяготило. Вот видите, прислонился вот к этому мощному дереву, к этой сосне. И чувствую, знаете, даже вот спиной от нее тепло. Прямо вот, знаете, на физическом уровне. Погода изумительная, место изумительное. Так что немножко, видите, ну сколько смог, облагородил я. Облагородил это место. Ну и, скорее всего, буду ездить сюда за водой для, может быть, каких-то действий. Все, счастья и радости вам. Мира, добра и процветания вам и вашим родам.